Валер, на балконе Мариинского нового театра. Смотри, какая красота. Я поняла, что... Ой, какая прелесть. Это старая Мариинка. Вот. Смотри, Троицкий собор. Ой, прелесть. Даже из-за этого нужно. Сейчас сверху крестьянина. Поняла, какие стулья. Сам спектакль будет тоже в концертном полусценическом исполнении 8 июня в Мариинке 3 в концертном зале, уже с большим оркестром. Здесь мы, в общем, можно сказать, репетируем. Можно назвать генеральной репетицией, можно назвать просто репетицией, чтобы публика видела, как делается большая опера. А артисты почувствовали дыхание публики и немножко сбросили свое волнение. То есть лишний раз порепетировали. Поэтому милости просим. Спасибо большое. Начинаем. Oh,
Цыган Александр Герасимов. Анатолий Михайлович. Я.
хулиган Александр Герасимов. Анатолий Михайлович. Тра, loro e i corrotti che ci sono lì a Bruxelles, insieme ai nostри, prima fila.